Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня я вам расскажу, где проверить подписки на вашем канале. Я Фани, жизнь во Франции. Открываем панель управления каналом. Заходим на панель управления каналом. Вот, Фани, жизнь во Франции. Главный контент, плейлисты, аналитика, настройки. Панель управления каналом. Кстати, поздравьте меня, у меня 700 подписчиков. YouTube отправил письмо, что у меня 700 подписчиков. Вот, смотрите, аналитика по каналу. Спускаемся вниз, новые комментарии и новые подписчики. Заходите на новые подписчики. Показать всех. Нажимаем. Вот. Мы здесь видим всех наших подписчиков за последние 90 дней. Но так как я проверяю почти каждый день через день, я хочу выбрать вот здесь вот функцию. Смотрите, последние 7 дней, последние 28 дней, последние 90 дней, последние 365 дней за год. Но я выберу последние 7 дней. Так, 7 дней ставлю. И вот смотрите, сразу выходит продуксион. 19 ноября человек подписался на меня. Вот. И YouTube отправил мне запрос к нему подписаться. Видите? YouTube зарегистрировал у меня. То есть он на меня уже подписался. Синенькое, видите? А вот эти вот отменить подписку, люди уже подписаны на меня, и я подписана на них. Вот. Сегодня 22 ноября, 19 ноября. Сегодня я буду к нему подписываться. Так. Но не буду сюда нажимать подписаться, не заходя на канал, да? Я буду заходить на канал. Вот. Зайду на канал. Видите, проверю, открытый он подписчик или нет. Каналы. Вот. То есть, почему открыто или закрыто? Я хочу проверить, я там есть или нет. Я проверю себя, но так как YouTube мне уже отправил, что он подписался на меня, я не буду по себе искать. Посмотрю, что значит, что за канал. Это из Индонезии. Потом посмотрю его видео. Вот. Посмотрю его маленькое какое-нибудь видео. 5 там 2. Видите? 5-10 минут у него видео, большие видео, да? Но посмотрю полностью. Посмотрю полностью. Нажму подписаться, еще нажму колокольчик. Все уведомления, видите? Но пока я не буду подписываться, пока мне нужно посмотреть его видео. Вот. Вот. Видите, синеньким. Я не буду сразу нажимать, не заходя на канал, не посмотрев видео. Многие ютуберы, которые уже не первый год на ютубе, да, они нажимают подписаться вот так вот и все. Нет, я зайду, посмотрю человека. Понимаете? Вот, готовит Жасмин. 20 ноября ко мне подписалась, да? У нее 8 подписчиков. Сегодня 22 ноября. Вот сегодня я вечером зайду, подпишусь. Зайду, посмотрю видео, готовит Жасмин. И потом только нажму подписаться и нажму колокольчик. Имя Хизира, 18 ноября. Сегодня 22, один подписчик. Я к нему зайду и тоже подпишусь. Вот. Но, друзья мои, когда вы закроете вот это новые подписчики, да, не надо сюда нажимать. Нужно зайти, посмотреть видео, подписаться, написать комментарий, там нажать кнопку «Все уведомления», поставить лайк человеку, да, потому что человек к тебе подписался. Нужно иметь уважение друг к другу. Вот, дорогие мои друзья, вы найдете своих подписчиков, ну, как сказать, взаимных подписчиков, потому что вы же к ним подписались, да, и они в ответ к вам пришли, они подписались на вас. Вот, видите, панель управления каналом. Спускаетесь вниз, 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 новые подписчики. Нажмете всех подписчиков. Потом внизу можете, сверху выбираете 28 дней, например, да. Внизу можете набрать. Видите, у меня стоит 50. Вы можете посмотреть 10 человек, например, да? Маленький список. 10 человек, так видите? Но у меня всегда стоит 50 всегда. Так, быстро искать. Так, просматриваешь, кто на тебя подписан. А то, что пишут в комментариях. О, я к вам подписался. У вас хорошее видео. Так, потом заходишь вот сюда, да? Сюда заходишь.
а он-то и не подписан. Вот так. Таким образом, уже на самом деле вы подпишетесь на этого человека. Понимаете? IRD Nusantara Production, Индонезия. Вот сегодня зайду к нему и подпишусь. Ну и к другим моим подписчикам. Контролируйте ваши подписки. И вы будете знать, кто на вас подписан. Вот такая информация на YouTube. Дорогие мои друзья, спасибо за просмотр. С вами была Фани, «Жизнь во Франции». До свидания. Пока-пока.